Мощный и легкий кусторез с длинным ножом на 59 см. У нас в обзоре кусторез фирмы Husqvarna модели 122 HD60. В комплекте с устройством универсальный ключ, тюбик с солидолом, инструкция и гарантийный талон на год. Итак, весит этот кусторез почти 5 кг. Основной нож длиной 59 см. Это оптимальная длина, чтобы подрезать труднодоступные ветки. У устройства есть две ручки. Одна из них находится сзади. Она поворачивается, за счет чего будет удобно обрабатывать как верхние, так и боковые части куста. На этой ручке есть кнопка блокировки. Посередине находится бак для залива топлива объемом 300 мл. Рабочий объем двигателя 21,7 кубических сантиметров. Топливный насос находится перед передней ручкой. Двигатели стартера обеспечивают быстрый и легкий запуск. Сопротивление шнура стартера снижено на 40%. Еще у этого кустореза есть антивибрационные демпферы, которые уменьшают нагрузки на кисти и предплечья. Производитель утверждает, что уровень шума небольшой для такого устройства – 101 дБ. Но это как звук движущегося вагона в метро или целого оркестра. Выключатель зажигания здесь с автовозвратом. Такой кусторез подойдет для ухода за садовыми растениями с ветками диаметром не более 2 см. Например, для малины или кустов смородины. Подытожим. Это мощный кусторез, который отлично подойдет для ухода за различными кустарниками. Мощность у него 600 Вт. Объем бака для топлива – 300 мл. Есть удобная поворотная ручка.